Здравствуйте! Это программа «Вопрос эксперту». С вами я, Алексей Банчужный. Алексей Банчужный – эксперт в сфере меховых изделий, руководитель Тверской меховой компании «За шубой». Хочу купить шубу из норки. На что стоит обратить внимание при выборе норковой шубы? И сколько примерно сейчас стоят такие шубы? Норка, конечно, наверняка это, наверное, самый любимый мех наших женщин, потому что он самый теплый, он самый легкий, красивый и благородный. А при выборе норки сейчас специалисты рекомендуют выбирать именно российскую норку, потому что она наилучшим образом адаптирована к нашему суровому климату. То есть она выращена здесь, в наших суровых условиях, где есть длительные минусовые температуры, резкие перепады, и носиться этот мех также будет лучше здесь. При выборе меха норки нужно посмотреть на следующие вещи. Первое, надо посмотреть на густоту волосяного покрова. То есть мех должен быть густой. Он измеряется, это количество остевых и пуховых волос на единицу площади этой шкуры. Следующий момент, это очень важна сама прочность остевого волоса, прочность кожевой ткани и именно связь остевого волоса с кожевой тканью. То есть если мы проводим по меховому изделию, никаких остевых волос не должно оставаться в наших руках либо на столе. Также мех должен быть, конечно, рассыпчатый, он должен быть блестящий, а сама кожевая ткань должна быть эластичной, мягкой и приятный на ощупь. И еще один важный момент, что касается норкового изделия. Сейчас именно самое время покупать норковую шубу для себя, потому что производитель сейчас понимает, что сейчас идет пора распродаж, и главный фактор покупки – это выгодная цена на добротное и качественное изделие. Только 5 дней. Распродажа шуб на Тверской меховой. Мутон и Нутрия от 15 тысяч рублей. Таких низких цен у нас не было и больше не будет. Каракуль от 49 тысяч. Шубы из отборной российской норки за 98 тысяч рублей. За шубой на Тверскую меховую. В Казанский ЦУМ с 16 по 20 сентября.